попытаюсь объяснить, почему секс вреден музыке. На самом деле, когда вы приходите записывать на студию свои опусы, песни, позанимавшись сексом за день до этого, вы обрекаете свою запись на провал. Если, конечно, у вас нету еще 80% запаса по технике. А так на самом деле, если вы пришли записать свой супер-мега-техничный какой-то опус, вы обречены на провал. Почему? Да потому что вы вчера потрахались. Или подрочили, ебаный рот. Дрочить и трахаться перед записью и перед ответственным концертом категорически нельзя. Вы, наверное, подумаете, что я сейчас вам рассказываю хуйню. Нет, большинство опытных музыкантов со мной сейчас согласятся. Так что, готовясь к записи, вы должны забыть о сексе, о дрочере, о порнухе и всем, что связано с удовлетворением ваших плотских потребностей. Это мешает музыке. Смиритесь с этим, либо не занимайтесь музыкой вообще. Все, пока.